Картина с потолка музея имени Рериха практически готова. И там всплыло очень много различных видов, ну не видов работ, а сложностей проработки каждого вида работы. Вот. И сейчас она находится на финальной стадии реставрации. Нам все еще очень сильно критично не хватает поддержки финансовой со стороны жильцов этого дома, со стороны горожан и одесситов со всего мира. На потолке подъезда музея имени Рериха осталось произвести укрепление и тонирование декоративной падуги, на которой есть монументальные росписи. Это небо со звездами, такие вот как золотистые звезды. И когда они будут установлены, это будет произвести неизгладимое впечатление. Это будет совершенно потрясающая картина. Мы ее уже видим и планируем закончить работы, как только сможем собрать финальную сумму. Речь идет о порядка 2-3 примерно 1000 евро. Мы просто точно не знаем, с какими сложностями столкнемся, поэтому цифры всегда размыты. В реставрации нету точных цифр. Обычно открывается какой-то этап работы, проходит, и после него уже можно увидеть, с какими еще сложностями столкнутся реставраторы. Самый непредсказуемый момент в реставрации – это все-таки укрепление. Никогда не знаешь, сколько нужно будет укреплять плоскость потолка с монументальной росписью или с останковой, как это было на доходном доме Балышева и на Литеранском переулке, или с останковой росписью, как это происходит на Большой Арнаутской 47, а также сколько займет литров этой укрепляющей смеси на декоративной падуге. Понятно, что мы стремимся закончить свою работу, начатую работу, но очень важно, любая поддержка, она важна. Также мы призываем подключать свои банковские карты на любую комфортную сумму, которая будет автоматически сниматься в течение там любого заданного периода времени, как на монументальной реставрации, так и на столярной реставрации. Это поможет нам прогнозировать наши расходы.